Здравствуйте, друзья мои. Александр из Зеленограда, Москва. Значит, большое спасибо всем, кто откликнулся на наше видео. Напомню, что наш канал, все деньги, которые поступают от YouTube, будет тратить на покупку медикаментов для мальчика-инвалида. Вот. По возможности у нас есть кошелек, можете электронный кошелек, можете туда перечислять деньги. Вот. Ну и часть своих денег из семьи мы тоже будем тратить на этого ребенка. В прошедшем месяце от YouTube нам поступило $49. Это примерно 1700 рублей. Мы добавили своих денег из семьи и купили вот медикаменты для Игоря. Также я хотел бы поблагодарить, так скажем, сообщество из YouTube, ребята, которых я еще не знаю, кто ставит лайки, пишет комментарии на наши видео, рекомендует наши видео, нажимает на рекламу, смотрит рекламу в наших видео. Это все повышает прибыль нашего канала. Отдельно я хочу поблагодарить Галину Фурман из Канады, Александра из Греции, из города Салоники. Александр, большое тебе спасибо за поддержку, за комментарии, за то, что ты рекомендуешь наши видео своим друзьям и знакомым. Также хочу поблагодарить Сергея из Украины. Он откликнулся и дал очень важный совет мне открыть электронные счета в WebMoney и Яндекс я открыл. И одним из первых перечислил деньги на этот счет. Сергей с Украины, большое тебе спасибо. Также хочу поблагодарить пользователя под ником Менты Козлы. Он тоже несколько денег перечислил на наш электронный счет. Вот. И большое спасибо Ивану из Германии. Иван Аус Дойчланд, у него ник на Ютубе. Он помог в покупке бинтов для Игоря. Нужны специальные мягкие бинты, трубчатые. Здесь, в России, я нашел только в Санкт-Петербурге один вид бинтов. Там несколько видов бинтов. Вот один вид я нашел в Санкт-Петербурге, заказали по почте наложенным платежом. А второй вид бинтов вот помог нам приобрести Иван Аус Дойчланд. Большое тебе спасибо, Иван. Вот. Редчайшие бинты, очень дорогие. Ну, все-таки мы нашли. Теперь несколько слов, что на что пошли деньги с предыдущего месяца YouTube. На что пошли деньги с электронного кошелька. Вот. Сразу скажу, что отец Игоря присылает мне по электронной почте, какие им препараты нужны. И я стараюсь эти препараты уже изыскивать, находить, потому что они некоторые препараты очень сложно найти. Вот, например, вот эти два флакона. Это, значит, фирма Lalum Baby, смягчающий крем-лосьон. Обошли очень много магазинов, так в рознице их сложно было найти. И заказали их через интернет-магазин в Зеленоград. Они приехали буквально через несколько дней. И вот для Игорюхи вот этот крем-лосьон смягчающий для кожи. Все остальное было приобретено в аптеке Samsung Pharma. Вот облепиховое масло. Облепиховое масло из Алтая. 3 штуки. Зиртек в
капельках. Есть Зиртек в таблетках, он дешевле, но таблетки Игорю не рекомендуется принимать, потому что у него очень нежная слизистая ротовой полости и пищевода. Чтобы ее не повреждать, ему вот лучше капельки. Зиртек в виде капелек. И для обработки раневых поверхностей такой препарат холесол называется. Холесол. Вот все вот это вместе, все вот это вместе нам обошлось 2150 рублей. 2150 рублей. С Ютуба с прошлого месяца где-то около 2000 мы получили. Это суммирую, если электронные деньги. Так что, ребята, мы можем помогать людям за счет того, что мы сидим дома, смотрим в экран, не просто смотрим в экран, а уже как-то осознанно кликаем лайки, не просто лайки. Эти лайки будут идти в повышение доходности нашего канала. Смотрите, еще раз скажу вам, рекламу на нашем канале. Нажимайте на эту рекламу. Рекомендуйте видео своим друзьям, знакомым. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии, пишите спасибо и так далее. Любые комментарии будут повышать рейтинг наших видео. Вот. По поводу бинтов, конечно, отдельное спасибо Ивану из Deutschland. Спасибо тебе, Иван. Вот. Помог достать, потому что в России невозможно там найти эти бинты. Сейчас вам скажу, какие. Tubifast, бинты Tubifast, трубчатые бинты. Вот. В Питере я нашел синие бинты по 850 рублей. Пару бинтов заказал по наложенным платежом. Они придут в июле. Ну и Иван помог нам достать красные бинты, там они разные по диаметру, разные поверхности тела. Те бинты, которые Иван достал, там примерно, сейчас скажу вам, где-то 1700 рублей. А те, что из Питера, обошлись где-то 2000 рублей. Так вот, так вот. На этом все. Всем большое спасибо. Всем, кто, я видео располагаю в Одноклассниках, всем, кто ставит лайки в Одноклассниках, переходите по ссылкам на YouTube, ставьте там пальцы вверх, подписывайтесь на канал. В общем, очень приятно, что вы откликнулись. Все. Такое видео получилось, отчетное. Еще раз всех благодарю, всем спасибо. Вот, я, наверное, сегодня уже передам отцу Игоря эти препараты, и будут они пользоваться ими. Еще хочу сказать, что это только маленькая толика препаратов, которые нужны Игорю. Ну, чем можем, тем помогаем. Пока.